հետաքրքիր դուք հիճարաժ նշեցիք անվանում ունի հայի էությունը, ձեր կարծիքով ինչպես է այսօր դրսևորվում մեր ազգային էությունը? Բավականին դժվար հարց եք տալիս, ինձ որովհետև այսօր թե ինչպես է դրսևորվում դժվար պատասխանը դա, դրսևորվում է, երբ որ մարդ գիտակցում է, թե ինչ բանի է ծառայում իր աշխատանքը, ինչ բանի ենք ծառայում մենք, վերջի վերջում մեր համախմբումն է, իրար սիրելն է, իրար օգնելն է, որ մեր ազգը պետք է պահպանի իր ուժերը. Никогда следует объединиться интеллигенции. Интеллигенция очень много может решить, особенно в плане духовного. Дух – это то, чем мы сильны, это то, чем мы живы и, может быть, спасены. Зная нашу историю, зная, сколько было посягательств на этот дух, и мы выстояли. Сегодня, мне кажется, есть какое-то снижение этого духа. Надо его сегодня спасать. Дух болен, болен. Я считаю, что в этом немалая вина и самой интеллигенции, которую мы сегодня собираем. И мне кажется, даже может быть, это немножко дерзко и, может быть, и не очень уважительно, но я думаю, меня простят мои соинтеллигенты, что сегодня очень важно нам самим воспитываться. Мы что-то утратили, мы что-то мало стали знать. Мы не очень образованы сами. Так уж получилось, что нас очень много отвлекало других проблем. Экономических, политических и так далее. Но мы живут, а у меня счет старик, ну, пасть тебе вандери. Только я на борца с тобой. Мама вам дождь сумею, шукая до ноги, до нора, были сумели. Я говорю, что порца мной нора чекал, знаете? Но это не в городах, что нас порезал, не в негаж, что не в городе нас порезал. Ну, а беды матчели, не в скандалай, не ли? Арвесты, там, городам, что не помню, там, было городам, там, պերխ դետեկտիվային բաները, դրավար այս պոնի վրա մանամանտար սաղետներից հետո ազգային դրվացումներից հետո հարցերից հետո շատ կարոր է այս տիպի հոգետան միավորով շողորդել և պարձզ որ այդ բանը զգացել է և ժամանակին սկսել է